К несанкционированной акции «День гнева» московская милиция подготовилась основательно. За 4 часа до начала мероприятия Тверская площадь напротив здания мэрии была оцеплена. Под памятником Юрию Долгорукому стояло около 20 автобусов ОМОНа и внутренних войск. Наготове был и транспорт для задержанных. Участники митинга ожиданий московской милиции не оправдали. На площадь собралось немногим более 100 человек. Наиболее активных и известных из них забрали в первые же минуты акции. Не трогай меня! Представители несистемной оппозиции и общественных движений заявили о проведении митинга против действий московских властей в рамках бессрочной кампании за отставку мэра столицы. Организаторы акции предложили всем участникам принести с собой черные метки из бумаги, материи или даже полиэтилена, чтобы вручить их Юрию Лужкову. Московское правительство подобную акцию под собственными окнами не санкционировало. В результате митингующие могли вручить свои черные метки, разве что забиравшим их милиционерам. Митингующие! Алло! Ну открывай, дрись, твою, Андрей, дрись! Здравствуйте. Здравствуйте. Митингующий. Смотри, в чем хочешь. Нет, бумажка. Да, давайте. Сейчас оформлять будем. Черное место. Да. Когда наиболее активные митингующие и все обладатели черных меток отправились в автозаки, у площади остались люди, сочувствующие позиции демонстрантов. Я считаю, что в Москве творится совершенный беспредел. Например, что происходит в Кадашах, что происходит в Речнике, что у нас происходит в Битцевском парке. Зачем там строить непонятно что, когда там есть парк, где гуляют все люди со всего района? Зачем это делать? Я лично не против чего здесь, не протестую абсолютно. Мне просто как бы неприятно, когда людей ограничивают в их основополагающих гражданских свободах. Вот, и я опять же говорю, что неважно, в честь чего здесь люди собрались и что они хотят, но мне кажется, что сам факт того, что людей ограничивают, то, что как бы им запрещают и их как бы ставят в ситуацию преступников, хотя они таковыми не являются, это как бы некая провокация. И, соответственно, как бы, на эти провокации мы будем отвечать как бы вот таким же упорством. Против этого правительства, она нехорошая. Оставшихся участников акции милиция выдавила с Тверской площади. Таким образом, День гнева закончился через 40 минут после начала. Екатерина Кожевникова, Георгий Сарсеков, Инфокс.